Новые возможности открылись для кооператива «Харп». Цех по переработке мяса появился в поселке Красное. Мини-завод с новым оборудованием позволит расширить ассортимент получаемой продукции. Цех рассчитан на 500 килограмм в смену. Ну, будем пока такой первичный ассортимент – это мясо на кости, суповые наборы, фарш оленей. А дальше будем ассортимент продумывать. Для того, чтобы продукция была качественной, мини-предприятия укомплектовали всем необходимым оборудованием и коммуникациями для полного технологического цикла. Это у нас уже второй цех, где производится переработка продукции оленины. То есть до сих пор, до этого года у нас было только, по идее, один переработчик, это мясопродукты. Проводимая нами политика поддержки сельхозтоваропроизводителей, в частности оленеводов, по поднятию ставки за сданную продукцию, она позволила нашим сельскохозяйственным предприятиям, скажем так, аккумулировать средства для того, чтобы вкладывать их уже в переработку. Ну и я уверен, что вот на данном качественном оборудовании вся продукция также будет очень качественной и вкусной. Здание цеха собрали из быстровозводимого металлического каркаса с использованием сэндвич-панелей. Мини-завод выполнила компания «Сельхозлидер» в кратчайшие сроки. 35 дней ушло на изготовление и доставку. Стоимость такого проекта более 2 миллионов рублей.